Корпорация развития Башкортостана представила новую площадку для инвесторов площадью свыше 3 гектаров. Она находится в Балтачевском районе республики. На ее территории расположены складские и административные помещения общей площадью 1800 квадратных метров. Площадка подойдет для производства бетона и профнастила. Территория обеспечена водой, электро- и газоснабжением. Также имеет асфальтированные подъездные пути. Площадка находится у дороги Бураева-Старобалтачево-Куеда. Она соединяет Башкортостан с Пермским краем. Подробнее ознакомиться с этим и другими объектами можно на инвестиционной карте корпорации развития.